В эфире студии репортер с Дмитрием Богомоловым. Ошеломляющий успех одесских спортсменов спортивного клуба «Мангус» на чемпионате мира по пляжной борьбе в Турции. С берегов Босфора наши борцы привезли сразу 3 медали – золото, серебро и бронзу. Сегодня обладатель награды высшей пробы Семен Радулов у нас в студии. Здравствуйте, Семен. Здравствуйте. Поздравляем вас с успехом. А также у нас в студии тренер спортивного клуба «Мангус» Андрей Ещенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Семен, вам первый вопрос. Поделитесь с нами эмоциями после чемпионата мира. Как удалось выиграть золотую медаль? Насколько были сложными и интересными для вас схватки? Ну, схватки были нелегкие, были тяжелые схватки. Особенно в финале была финальная схватка тяжелая. Сама организация соревнования была на высшем уровне. Это как в этом году она проводилась под ЮВВ. Оно все было очень хорошо, красиво, все нормально. У меня схватки я провел... 4 схватки, до финала 3 схватки провел, там первую с норвежцем, вторую эстонец и третью с греком я провел за выход в финал. И я попался в финале с иранцем. Мухаммед Надери. Да, очень титулованный тоже спортсмен. Очень он был действующим чемпионом мира, насколько нам известно, по этому виду спорта. Может быть, да, в прошлом году. И вот как финальная схватка, как она проходила для вас? Счет 3-2, как он отображает события, происходящие на песке? На песке чуть тяжелее, чем у нас, как по вольной борьбе на ковре. Там еще 3 минуты идет схватка. Это очень чуть так интригует, получается. 3 минуты там, чтобы не проиграть. Там потом времени не останется отыграться, получается. Я ввел 2-0, потом 2-2 я проигрывал, получается. И за последние 30 секунд я выиграл схватку. Можно сказать, вырвал эту схватку. Поздравляем еще раз. Спасибо большое. Андрей, я знаю, что сборная Украины впервые выступала на чемпионате мира по этому виду спорта. Как можно оценить результат наших спортсменов? С какими мыслями ехали в Турцию? И как можно оценить выступление? В первую очередь мы, конечно, ехали с мыслями показать максимальный результат, так как мы, в принципе, в Украине уже 4 года развиваем этот вид, в частности, в Одессе. Каждый год мы проводили несколько турниров летом, по 2-3 турнира пляжных на берегах нашей Черноморской Одессы. И в этом году у нас был достаточно сильный турнир, который мы с Ассоциацией спортивной борьбы огласили отбором на чемпионат мира, то есть на первый чемпионат мира для Украины в этом виде спорта. В отборочном турнире приняло 6 или 7 стран у нас, и отобрали лучших в каждой категории 6 спортсменов, 3 спортсменов по молодежи и 3 спортсменов по взрослым отправились на чемпионат мира. То есть из 6 спортсменов у нас 3 медали. Семен выиграл по взрослым в 70 кг, и 2 медали у нас в весовой категории 80+, по молодежи. Это серебро Андрея Галеты и бронза Закариева Магомеда. Причем они сошлись в очном противостоянии в полуфинале. Да, жребий так распорядился, да, что в полуфинале спортсмены встретились вместе, достаточно друг друга хорошо знают, результат был непредсказуем. Там в этот раз повезло Андрею, он смог. К сожалению, надеялись на финал, что он в финале тоже принесет золото. Возможности все были, со счетом 3-2 он проиграл турку. Угу. Я знаю, что еще 4-й наш одессит тоже был в составе сборной. Молодой спортсмен, тоже в весовой категории 70 килограммов, Чифрикли Иван, да. Его даже допустили побороться в первый день по взрослым, потому что борьба по юниорам была во второй день. По правилам ЮВВ, пока что на чемпионате мира два человека от страны, от топовых стран, может выступать в весовой категории. Поэтому у нас появилась возможность, чтобы он проборолся по взрослым. В первый день он очень хорошо отборолся по взрослым, выиграл 2 встречи. И только в третий проиграл за выход в полуфинал, проиграл сильному спортсмену, тоже достаточно сильному. Это этому же иранцу, если я не ошибаюсь, он попал в группу с иранцем. И до этого достойно 2 схватки отборолся. Во второй день, когда он боролся по молодежи, в первой встрече в упорном поединке проиграл российскому спортсмену, уже достаточно опытному, прошлогоднему чемпиону мира по молодежи.
И ну, на этом этапе он завершил свои соревнования, к сожалению. Ну, скажем, Ивану достаточно повезло. В тренировочном процессе у него очень достойный спарринг-партнер в его же весовой категории, Семен Радулов, который стал чемпионом в этом весе на чемпионате мира. Семен, расскажите про специфичность самого вида спорта, про отличие от классической вольной борьбы, вот как мы ее привыкли видеть. Насколько сложнее адаптироваться к условиям во время самой схватки, насколько тяжело на песке это все происходит? Я так скажу, оно нам тяжело, да, я не говорю, что оно легко, но она просто к вольной борьбе, она самая приближенная, этот вид спорта, и нам достаточно, вот как Андрей сказал, потренироваться недели, две недели, и мы почти адаптируемся к этому виду спорта. Ну, там тяжело то, что там песок, вот вы его на экране там показывают, схватку уже наш. Там круг, зона тоже меньше получается, чем у нас. Тоже заступ за зону уже проиграл балл, получается. Бросок тяжело сделать, как у нас там чуть полегче можно бросок сделать. А когда песок в лицо попадает, мешает это? Может, в глаза где-то? Я не знаю. Мы видели на фотографиях, видели, да. Очень зрелищно, когда уже поднимают твою руку. И... Там такие эмоции, там ну, такая напряженная схватка, что это даже не обращаешь на это внимания, можно так сказать. А вот как тренировочный процесс строили? Часто ли выходили на одесские пляжи для того, чтобы почувствовать... Я понял. Ну, я понял. Чуть мы выходили, мы совместные тренировки делали. Вот ребята, что мы ездили на чемпионат мира. Вот Андрей приезжали, мы выходили на море, на песок, подготовили. Как сборчик у нас был 2 недели, мы выходили, тренировались, как-то отрабатывали приемы, как-то чувствовали зону, песок, чтобы ну просто так тоже тяжело поехать просто так и чуть подготовились в любом случае. Так невозможно. Андрей, если можно, тоже о тренировочном процессе, как максимально передать те условия и подготовить, и не было такой нервозности перед дебютным чемпионатом мира по этому виду спорта, и ну, как тренировочный процесс? Ну, нервозности не было, так как мы ехали туда, по сути, новичками, да, и тот результат, который мы показали, он действительно... очень был ошеломляющий в тот момент. А схватка Семена с иранцем вообще признана самой сильной схваткой турнира. После этой схватки, по сути, турки и иранцы сказали, что Украина создала серьезную конкуренцию иранской сборной, потому что на предыдущем чемпионате все золото во всех 3 возрастных категориях, это кадеты, молодежь и взрослые, на 3 возраста, это 10 категорий, на прошлом чемпионате в Хорватии забрали Иран. Полностью. В этом году Иран забрал только половину золотых наград, и то, наверное, я думаю, что из-за отсутствия у нас всех спортсменов во всех категориях. Мы не во всех дисциплинах, да, по кадетам мы вообще не повезли ребят, по взрослым у нас отсутствовала категория 90+, в связи с тем, что на отборе как бы не было таких, скажем так, лидеров, да, и достойных соперников, чтобы можно было вести и бороться там за медали. Ну, наверняка здесь причина не только отсутствие такого уровня спортсменов у нас. Возможно, этой поездки бы и не состоялась, если бы не поддержка клуба. Расскажите подробнее. Ну, 100% я вам скажу, в этом году, еще полгода назад, мы не могли думать, да, что мы выйдем на такой уровень. Но буквально за последние 4-5 месяцев при поддержки спортивного клуба «Мангуз», да, и президента клуба Магомеда Магдиева, пляжная борьба просто вышла на несколько уровней вверх, и мы попали на чемпионат мира, когда об этом даже никто не мечтал. И команду, тренерский состав, в принципе, на этот чемпионат мира отправил за свой счет, это президент клуба, который обеспечил полностью всю поездку, экипировку, сборной команде всех экипировали полностью, чтобы команда выглядела красиво, достойно. Экипировка тоже, я вам скажу, произвела впечатление на многие сборные. Никто не ожидал, что вот так мы приедем красиво, организованно, еще и возьмем, скажем так, достаточное количество медалей. Ну, это такой психологический момент. А вот очень интересно, Семен, как вас и руководство клуба, и тренеры поздравляли сразу после победы, уже по приезду в Одессу?
Как встречали? Я вам скажу, там сразу все на эмоциях были, все поздравляли, сразу все на месте все произошло, потому что президент клуба был, тоже все он сам видел, лично болел, и сразу все на месте, все произошло, все наши эмоции. Ну, плюс еще в Одессе тоже поздравляли, ну, можно сказать, все там было, и сразу все на месте. Семен, мы знаем, что ты также призер международных турниров по вольной борьбе. Насколько вот участие в пляжной помогает как дополнительная практика, как дополнительная мотивация и подготовка к турнирам? К чему сейчас будешь готовиться? Над чем работаешь сейчас? Сейчас вообще я ездил на чемпионат мира по взрослым, по вольной борьбе летом ездил. У меня вообще-то был перерыв чуть-чуть после чемпионата мира, после всех нагрузок у меня был перерыв. Сейчас поеду вот на следующий месяц, я поеду на сбор и буду готовиться до Кубка Украины, будет в начале декабря. Ну, Кубок Украины всегда у нас проводится по вольной борьбе. Это, можно сказать, первый этап чемпионата Европы, отбор. Но по пляжной борьбе и дальше будешь выступать? Я думаю, что будем выступать. Какие будут дальнейшие турниры? Вот ближайший чемпионат. Это был чемпионат мира, теперь наверняка будет чемпионат Европы. На соревнованиях в Турции, да, на чемпионате мира. Пляжная борьба, это по сути как бы, ну, сезон ее, это лето и начало осени. Поэтому сейчас такой небольшой тайм-аут, да, идет тренировочный, подготовительный процесс у спортсменов. Они тренируются в своих спортзалах, в своих странах, как бы, да, готовятся в своих видах. Но, скорее всего, что в этом году будет серия турниров уже ЮВВ, это Объединенный мир борьбы, международная организация, официально в которую входят на сегодняшний день 5 видов борьбы, 3 олимпийских и 2 неолимпийских. Объявила, что будет, скорее всего, несколько этим летом этапов Кубка мира в разных странах. И в конце года, это где-то тоже осенью, пройдет очередной чемпионат мира. Пока чемпионаты Европы не проводятся, проходит чемпионат мира и проходят турниры Гран-при под эгидой ЮВВ. А вот интересно, чья была идея и инициатива изначально вот такой вид спорта, как пляжная борьба, тоже в клубе развивать и отправиться на эти турниры, попробовать себя? И какая вот цель от того, чтобы подключать новые виды спорта? Ну, на самом деле это все было лет 5 назад, учитывая, что летом наши залы там, как правило, уходят там на ремонты, да, там, потому что наши залы при общеобразовательных школах в основном. Вот сейчас, к счастью, появился новый спортзал, который, в принципе, нам доступен 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это первое, кстати, в Одессе такое новшество, да, что есть борцовский зал, который мы можем зайти когда угодно. Но летом мы уходим на улицу, уходим на море, да, на песок, тренироваться на свежем воздухе в основном, если не считать там поездки на сборы. Вот тренируясь на песке, да, на свежем воздухе, появилась такая мысль, да, мы боролись, тренировочный процесс проходил на песке. Когда-то лет 5 назад я начал просматривать и нашел, что действительно есть такой вид борьбы. Просто тогда он еще не такой развитый был, да, проводились чемпионаты мира, но это все было на еще таком более слабом уровне. В этом году чемпионат мира был более 20 стран, он уже проходил, уже несколько лет проходит под эгидой международной организации и достаточно большие обороты набирает. Поэтому мы не удивимся, если там в скором времени, да, он может появиться как претендент там, на олимпийские виды пляжных видов. Спасибо. И, Семен, у меня еще есть вопрос по началу карьеры. Мы знаем, ты родом из Болграда, прошел школу, занимался в Измаиле борьбой. Расскажи подробнее, как пришел в этот вид спорта, как развивался, как оказался в Одессе, в Мангусте, к чему сейчас будешь стремиться? Ну, я вообще сам из болградского родом. И я, можно сказать, в 2003 году попал в Измаильский район, есть Каменка, там такое село, спортивная школа есть там. И до сегодняшнего дня, по сегодняшний день он есть и существует, там спортсмены тренируются. Я там тренировался под руководством был Ябанджи Георгий Харлампович, Имам Иванович, тренер Петкова был, такие у меня тренера. Я там тренировался 4 года, закончил школу, поступил в Одессу, в строительный институт.
И тут уже заметили меня, и первый тренер был, вот у меня есть Панаитов Андрей Павлович, я тренируюсь сейчас и по сегодняшний день с ним по вольной борьбе, он там под его руководством. И вот есть еще Андрей Ещенко, вот он объединенный, у него он и по вольной занимается, и вот у него и по пляжной занимается, у него сейчас много видов спорта. И вот теперь мы вместе и по пляжной выступаем, я и по вольной выступаю. Поделись с нами своим девизом, что помогает тебе развиваться, расти, становиться сильнее. И когда ты почувствовал впервые, что это твой вид спорта, что у тебя в нем удается? По вольной борьбе? Это мечта с детства. Мечта с детства. Трудиться надо, быть уверенным в себе. Труд не зря пройдет, оно все равно отблагодарит тебя. Так что всегда была цель у меня там на Европу, вообще цель на Олимпиаду. Вот у меня уже два раза я не попал на Олимпиаду. На чемпионаты мира, на Европу я езжу и стал чемпионом Европы, там призером Европы, по студентам был. Так что цель еще пока не достигнута. Как считаешь, что нужно добавить, чтобы сейчас вот олимпийский цикл перед Токио, что нужно пройти, чтобы добиться поездки? Я понял, надо себя правильно, наверное, подготовить, тоже тренироваться надо, режим, все надо, в любом случае уверенность надо, если не будет уверенности, никогда не выиграешь. Желаем тебе успехов, чтобы все получилось. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Сегодня у нас в гостях триумфаторы чемпионата мира по пляжной борьбе в Турции, Семен Радулов, обладатель золотой медали. Спасибо, Семен, большое. Еще раз поздравляем. Спасибо. А также тренер спортивного клуба «Мангуст» Андрей Ещенко. Спасибо, Андрей. До свидания. Вы смотрели программу «Студия Репортер». Меня зовут Дмитрий Богомолов. Оставайтесь с нами и живите спортом.